Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вы на канале «На кухне Любани», а значит, у нас Коля в гостях на нашей кухне. Сегодня у нас будет завтрак, очень интересный завтрак. Но для начала я, как всегда, спрошу. Коля, ты с нами? Да, Любаня, с вами. Меня напрягают вот эти ножницы в твоих руках. Ты как цирюльник. Ну, классно. С вами, Любаня. Учение – свет. А не учение, чуть свет подъем и на работу. Точно, Коля, ты прав. Дорогие наши, сегодня так с Колей думали, что бы нам такого учудить на завтрак. Люба, есть, положи ножницы. То есть я думала, да не бойся. То есть я думала, а Коля мне говорит, подожди, стоп. Вот сейчас комментарий, очень хороший комментарий от Беллы. И она рекомендует нам или предлагает рецепт. Почему бы нет? Коля за руль, быстренько за лавашиком, потому что закончился у нас. Ну и что, вот вы видите, что у нас вот есть. Я по в холодильник, в закрома, что у меня было. Пока он привез лавашек, я все подготовила. И сейчас будем делать завтрак. Хочу заметить, дорогие мои, часто говорите, Люба, у тебя там в этом, в печке время совсем другое. Печка и время, вот которое есть, это совсем разные вещи. У нас свет выключается, у вас может быть еще чего-то, потому туда не смотрите. Это для меня, не для вас. Вот здесь я. Я этот таймер настраивал, потом плюнул, пускай горит, как горит. Да, потом не обращайте внимания. И вот стол. Значит, самое главное – это лаваш. Тонкий лаваш. Я всегда говорила, тонкий лаваш выручит в любую минуту. Блюд с этим лавашом, мало того, что можно просто кушать так, там, с зеленью, но еще множество блюд, и у нас есть много вообще. Спасибо тому, кто придумал этот лаваш еще. Спасибо тем людям. Очень большое. Значит, ближе к делу. Сегодня у меня то, что я нашла в холодильнике. 3 яйца отваренные и натерты на крупную терочку. Сейчас, секундочку, Коля, я вот так разверну, чтобы хорошенько не стучать. Есть. Нет, конфеты вокруг. Колбаса докторская, может грамм 150 до 200 на крупную терочку, тоже пойдет сюда. Сыр сулугуни, тоже немножечко было, там половиночка, грамм 100-120. Это не принципиально, все, что вы найдете в своем холодильнике, все сюда. Но только не ко мне в миску, а у вас. Это зависит от щедроты души. Нет, там что бывает, ты знаешь, того кусочек. Сыр твердый. Тоже грамм 100 было, может больше, меньше. Я такое не взвешиваю, вот есть кусочек добавила. Есть куриное филе, добавьте филе. Я так поняла, что сюда пойдет все, что у вас есть. Даже если у вас есть просто котлетка, вы ее можете измельчить и сюда добавить. Обязательно зелень. Лучок зеленый и петрушечку. И сейчас хорошенько все это перемешаю и хочу заметить. Проверьте на соль. Я солить не буду точно, потому что у меня сыр соленый и тот. А вы будете проверять на свой вкус. Итак, хорошенько все перемешала. Смотрите, вот так. Тут добавляйте сами, можно помидор. Но у меня дети почему-то в последнее время просят без помидора. Это все. Что хотите, добавляйте. Значит, вот такие у меня листы, да, лаваша. Хорошо, когда лаваш квадратный лист. Или прямоугольно. Или прямоугольный, да, очень удобно. Ну и такой тоже хорошо. Я его разделила, вот смотрите, на 3 части. Я просто не буду лишнего нарезать. Вот, видите, 1, 2, 3. И будем так вот. Сделала с одного листика, или я пока 2 нарезала. Сделала, осталось у меня начиночка. Еще отрезаем, нет, хватит, чтобы не портить. Остальной целлофанчик плотненько и в холодильник. Если на долгое хранение, то в морозилочку. Ну что ж, приступаем. Противень застеленный пергаментом. За пергамент отдельно я потом скажу. Коля, напомнишь? Сказать что? За пергамент. Помнишь, спрашивали там девочки, какой? Смотрите, начиночки так, я не жалею. Значит, можно брать вот таким вот образом, смотрите. Можно так. Но если вас неудобно вам, можно вот так вот. Накрутили, а потом... Вот таким вот образом. Тоже, смотрите, так даже легче, просто легче вот для вас, кому... Как это зависит от плотности еще лаваша. Вот такие трубочки. Белла, если я правильно сделала, вы мне, пожалуйста, напишите, хорошо? Ой, всё. Извините. Как раз свет выключили. Пошел генератор заводить. Давай.
И так кино продолжается. Нам то, что свет пропал, нам это не страшно. Мы все можем, даже в таком случае. Дорогие наши, накрутила, навертела. Вот это вот вся начиночка, и осталось еще два листа у меня. Значит, яйцо я не отделяла ни желток от белка, ни молочко. Просто яйцо взбила, чуть-чуть присолила. И сейчас хорошенько смажу. А я нашел способ, как экономить время во время завтрака. Как? Я теперь завтракаю до сна. Молодец, Коля. Это у тебя интересно. Смотрите, хорошенько-хорошенько смазываем. Ну, мы ждем. Ждем. Итак, смотрите, вот так смазала. Несколько штук посыпала кунжутом. Вот видно, потому что не все у нас едят кунжут. Безусловно, это такое. Это уже на вкус и цвет влиять нельзя. Особенно, капризные. Да, особенно маленьким. Дорогие наши, духовочка 180 градусов. И это на 10 минут. Ну, может плюс-минус. Но вот именно 10 минут, за которые будет готовиться наш завтрак. Как я всегда говорю, дым пошел, выключай. Да. Потому быстренько в духовочку, хорошо? Итак, не прошло и 10 минут, 8 минут прошло. Смотрите, вот так трубочки подрумянились. Больше я не буду подрумянивать. Сейчас смажу немножечко сливочным маслом. И встретимся, я попробую и все покажу, хорошо? Вот такой завтрак за 10 минут мы с вами приготовили. Очень вкусно, благодаря моей подписчице и, конечно же, тонкому лавашу. Ну что ж, будем пробовать. Горячо, но все равно пробуем. Тебя что, это никогда не останавливает. Что интересно, дорогие мои, что можно будет, знаете, даже разогреть его. Он и в холодном виде вкусный, но если, допустим, надо разогреть, то разогрейте. Сейчас я попробую. Я вот так вот его разорву. Смотрите, вот он. Ну, благодаря сыру все тянется. То, что многие любят, особенно дети наши. Вкусно. Горячо, но очень вкусно. Куда сейчас анекдот, а я покушаю. Расскажу. Сейчас лето, сезон замены старых окон на пластиковые. И на эту тему анекдот. Звонок домофон. Кто там? Господи. Установка окон. Ой. Так вы ж только что заходили. Я выпал. Бог мой, анекдоты, я аж... Дорогие мои. Не буду пробовать горячо, больше кушать, потому что анекдот, Коля, закончила. Мне надо еще много вам сказать. Значит, смотрите, я знаю, что вот эти вот наши трубочки, если лето жарко или вы на даче, у вас нету печки, вы можете взбить яйцо, вот как мы смазывали, добавить столовую ложечку молочка, и вот эти трубочки обмакнуть и обжарить на сковороде на минимальном количестве масла. Я надеюсь, что это тоже будет вкусно, потому как у меня есть подобные рецепты, но не в духовке. Вот, это раз. Второе. Часто спрашиваете за пергамент. Люба, какой у тебя пергамент? Дорогие мои, я вам говорила, я знаю, что даже писали девочки замечания, зачем ты смазываешь пергамент. А потом я смазываю, что я пергаменту не доверяю. Пергамент отвратительный. Часто бывает отвратительный. Я не хожу и не ищу. Я пришла в магазин, так вот, взяла пергамент, как говорится, с закрытыми глазами. Пришла, порезала. Когда что-то готовлю, обязательно смазываю. Вот сегодня не смазала и, знаете, так немножечко пожалела. Ну, ничего. Это не самое худшее, что может быть в жизни. Ну что ж, дорогие наши, в принципе, поделилась. Коля, все сказали. Спасибо большое за рецепт. Готовьте, это очень вкусно. Заходите на наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайк, если не жалко, пишите комментарии. А самое главное, дорогие наши, будьте все здоровы, будьте все счастливы, мирного неба и вам, и нам, и всему-всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания!